Последние 5 лет ярким событием каждого футбольного сезона в Угличском районе стал турнир, посвященный Дню военно-морского флота и памяти нашего земляка, флотоводца Федора Ушакова. Турнир проходит в деревне Юрьево Ильинского сельского поселения. В нем участвуют сельские футбольные команды со всего района, а его организатором и спонсором является Геннадий Кузьминский, дачник, москвич, уроженец этих мест, долгое время служивший на флоте. Последние обстоятельства объединяют Геннадия Кузьминского со многими участниками и организаторами турнира, объясняет его тематику. На флоте служили главный судья турнира Виктор Крылов, футболист с 40-летним стажем Виталий Челноков, другие игроки. Постоянный врач турнира Валерий Курочкин, он же краевед, занимается изучением истории Отечественного флота и проводит викторину на эту тему среди его участников. Что же касается причины, побудившей Геннадия Кузьминского к поддержке земляков-футболистов, однажды ему стало обидно за сельский спорт, у которого нет достойного финансирования, а значит и соответствующего уровня. Мне захотелось организовать турнир, чтобы он был, с одной стороны, может, массовый, только для сельских команд я хотел его сделать, для деревенских. Вот. И чтобы он был вроде праздника. А чтобы так получилось, нужно было выбрать праздник. А поскольку в Ярославской области очень много ребят служили на флоте или на флотах, я думаю, что такая идея пришлась бы им по душе. Так оно и вышло. С каждым годом футбольный турнир в Юрьеве обретает все большую популярность. И если в первых соревнованиях 5 лет назад участвовали 8 команд, то в нынешнем году их число возросло до 14. И среди них были даже футболисты из соседнего Борисоглебского района. Победу в этом турнире одержала футбольная команда из поселка Сосновый, которой достался кубок с шампанским. Но в целом в итоге без призов не остался никто. Так заведено на этих соревнованиях. Награждают каждого игрока и всех, кто участвует в организации мероприятия. Призы Геннадий Кузьминский покупает на свои деньги. Но в этом году спонсором турнира стал также «Альфа-банк», шествующий над эсминцем Северного флота адмирал Федор Ушаков. Такое решение приняло руководство банка, узнав о турнире в Угличском районе. В этом году призы, традиционно мячи футбольные. 2 мяча мне привезли из Австрии, с чемпионата Европы. Вот, часы наручные, в том числе дорогие швейцарские, там стоимостью более 500 рублей. Долларов, вернее. Тельники, футболки, бейсболки, гетры, там наборы разные, там ручки, ракетки теннисные, фотоальбомы, там записные книжки, ключницы, я не знаю, всех, я не запомнил, наименований, наверное, 30 или 40. Футбольный турнир сельских команд в Юрьеве, посвященный Дню военно-морского флота, собирает вместе и легенд местного футбола, и юных начинающих игроков, и молодых людей без козырьков, и задорных болельщиц. У кого-то из ребят в процессе общения с бывалыми моряками возникает интерес к службе на флоте, а кто-то обретает стремление к новым спортивным победам и новых друзей. И это главное, ради чего все задумывалось. Я вот хочу, чтобы спорт тоже как-то объединял людей. Чтобы молодые люди из Юрьева дружили с молодыми людьми из Улеймы. Вот. Чтобы ребята из Улеймы ездили к девушкам, допустим, из Зазерья и так далее. Вот. А футбол, спорт людей объединяет. Вот. А потом здесь же соперничество, здесь же не борьба и за выживание, не война. Здесь соперничество, спорт. Поэтому все, что с ним связано, я думаю, это прекрасно.